Завершается капитальный ремонт трех учреждений образования Севастополя. Так, в школе номер 30 в Балаклаве усилили фундамент, обновили фасад, полностью заменили кровлю, сделали новые потолки, перекрытия и полы. Привели в порядок кабинеты, заменили окна и двери. Кроме того, отремонтировали инженерные сети, дополнительно благоустроили прилегающую территорию. Здесь капитальный ремонт полностью завершится к 25 декабря. А в школе номер 55 во Фронтовом уже 1 декабря начинается образовательный процесс. В учебном заведении привели в порядок фасад, отмостки, кровлю, учебные кабинеты, санузлы, внутренние инженерные коммуникации. Также в школу закупили новую мебель и современное оборудование. Здесь капитального ремонта не было совсем. Давно его не было. Вот. Школа, она 60-го года постройки, поэтому, конечно, все с нетерпением ждали этого ремонта. И сегодня это даже праздник, можно сказать, не только наш, не только праздник образования, но и праздник всего села. Потому что в данной долине, если брать полностью долину, такой школы, такого уровня нету от слова совсем. Внутреннее убранство школы выполняют по согласованию с родительскими комитетами. Колоссальное изменение школы, очень ждем открытия, дети ждут очень открытия, школы готовятся, уже бантики готовы. В школе стало тепло, свет изменения тоже видно сразу, очень светло, комфортно, много нового оборудования. Можно сказать, половина родителей этой школы были задействованы, приходили на субботники, организовано было все. Очень молодцы, благодарность каждому. В корпусе начальной школы номер 47 в Передовом провели ремонт впервые за 90 лет. Рабочие заменили коммуникации, утеплили фасад, заменили кровлю и оборудовали санузлы. Во втором корпусе вдобавок к этому сделали бетонное основание полов, облицевали стены. Также строители отремонтировали третий корпус школы, где располагаются мастерская и спортивный зал. В корпусе начальной школы номер 47 в Передовом будут учиться дети из ближайших сел Бобровки, Росошанки, Озерного. Мы видим, что школы получают фактически вторую жизнь. И это подтверждается тем, что во всех отремонтированных школах, где был некомплект учителей, вернулись учителя, сразу устроились на работу. Приходят дети, если там, допустим, до ремонта было в Передовом в этой школе, там буквально еле-еле собиралось два класса, училось около 30 человек, то сейчас еще школа не открылась, уже 40, и каждый день приходят ребятишки, чтобы узнать, как записаться в школу. То есть рассчитываем, что в Передовом будет практически полный комплект 4 классов, это 80 учеников. То же самое во Фронтовом. Напомним, весной этого года начался капитальный ремонт 6 образовательных учреждений города. В школах номер 30, 47, 55, 12, образовательном центре имени Ревякина и интернате номер 6. На их ремонт из федерального бюджета предоставили 643 миллиона 500 тысяч рублей. Создать программу капитального ремонта школ на ближайшие 5 лет президент страны поручил на съезде «Единой России». В Севастополе за это время планируют капитально отремонтировать 71 здание в 40 школах. Программа этого года выполнена будет полностью, потому что каждый год мы берем на себя обязательства, которые там под контролем партии «Единая Россия» в том числе делается. Я здесь практически в двух ипостасях, как секретарь регионального отделения партии и как губернатор, естественно, который как главный заказчик всех этих работ. В следующем году у нас новые школы, новые объекты, а вообще как бы уже на 3 года мы запланировали ремонты. И в идеале, конечно, все, у нас большое количество еще школ, которые необходимо сделать.